мои, доброе утро. И мы едем сегодня в Благовещенск. Кто-то из подписчиков до сих пор еще не понимает, что через Блаблакар я еду в межгород, сокращая затраты, а в городе я зарабатываю на хостел и еду. Всем привет. Новый день. Новое приключение. Но впечатление приключений. Соня, скажи тоже привет. В общем, ребята едут со мной, нам преодолеть аж 1500 километров. Мы сейчас обсуждаем то, что была нормальная широкая дорога, они поставили бордюр, сделали зеленую зону, которую не косят. А теперь в случае какой-то пробки, аварии, здесь хрен проедешь, скорая не проедет, так сделай одну выделенку, сделай ее там двойная сплошная. В случае чрезвычайной ситуации, чтобы кто-то мог проехать. Но нет же, зато... Мы списали бордюр, мы списали дополнительную работу на бортике, и мы еще на этом положили себе в карман. Да, я думаю, что некому заниматься зелеными зонами в целом по городу, нигде ничего не косится. Ну, здесь вот это, да. Еще одну добавляют себе, в зеленую зону. Вот, смотрите, это хороший пример. Такой вопрос. Вот вы, автостопщики, путешествуете вот автостопом там с маленьким количеством денег или зарабатываете в путешествии. Вот до чего бы хотели стремиться? Потому что многие, скорее всего, скажут, да нахер надо там что-то унижаться, там нафиг надо так ездить, хочется отели, еще что-нибудь. Ну, это их ваш выбор, да, то есть кому-то достаточно путешествовать, главное, чтобы был рюкзак. Кстати, к этому я пришел сам лично, что если у тебя есть просто рюкзак, это гораздо легче путешествовать, чем... С машины, с яхтой, с мотоциклом, потому что очень много геморроя. Оплат, да. Это все деньги, то есть проще вот рюкзак, и все, ты можешь, ты свободен. Это ко всему относится, даже к имуществу. Так вот, к чему бы вы хотели стремиться? Я потом скажу, к чему я стремлюсь, к чему вы бы хотели. В общем, я думаю, что я не променяю автостоп. Дубль два, да. Будут бабки. Буду все равно ездить автостопом. Нет, не слово, что будут бабки и все, а то я тебя сейчас сам нагнал на тебя. Как ты хочешь видеть, как эволюцию? То есть вот это сейчас, скажем, все грань. То есть вот ты сейчас, ты хочешь вот так просто автостопом путешествовать по всему миру? То есть как ты бы себя хотел видеть там через год, через два вот в путешествиях? Вот такое эволюционное, потому что многие там, ну понятно, что автостоп это как... Один из начальных стадий, особенно если у тебя нет денег, пожалуйста, путешествуй. Ну как бы ты мечтаешь или кем ты себя потом видишь там? Ладно, хорошо. Возможно, будет у меня какой-то бложик там в Инстаграме или еще где-нибудь. Я буду самолетами путешествовать из страны в страну, жить там в отелях и наслаждаться жизнью. Автостоп будет присутствовать, но в качестве развлечения. Ну, то есть ты себя видишь все равно блогером? Нет, но мне кажется, было бы прикольно, если бы так было. Чтобы у меня было все равно отдушина. Я сейчас в инсту пишу что-то, я хочу, чтобы это отдушина было мне дальше. Будет ли это мне приносить средства какие-то, я не знаю. Но может я перейду на самолеты и поезда, но пока... Ну, я скажу однозначно, перейдешь, но со временем. Хорошо, Соня, что ты думаешь? Я хотела бы, во-первых, иметь деньги на то, чтобы иметь какой-то комфорт. То есть мне, я думаю, что автостоп полностью мне не очень подходит, но я не хочу постоянно жить в отелях. Мне хотелось бы чего-то среднего, то есть и быть ближе к людям, но и иметь комфорт. При этом я хотела бы быть мобильной, я не хотела бы, да, себя окружать кучей вещей, там, купить квартиру. Возможно, я бы путешествовала и жила бы в разных странах и снимала бы там жилье. И мне бы хотелось параллельно зарабатывать, не быть прикрепленной к определенному месту. И желательно, чтобы помимо путешествия у меня было какое-то дело, возможно, которое можно было бы, так сказать, коллаборировать с путешествиями. И в каждой стране я бы вела одну линию, занималась бы этим. Вот. Может быть, с разными людьми, может быть, в разных культурах, там, ну, как-то так. К чему я стремлюсь? К тому, что я придумываю проект и говорю, так, ляп, и спонсоры появляются, и я делаю этот проект. Вот моя задача. Тут такая прикольная природа, просто шик. Она прям аж шепчет.
Проверим, есть ли же она здесь. Ну так не скажешь, что прямо угрюмо здесь, да? Ну, как бы деревня, деревня. Вы поняли, может быть, мы нашли заправку. Это не точно, но может быть. Йоу, есть. Пестик, главное, чтобы еще работало. Ну, будем пробовать. Газ все-таки есть. Многие говорили, что газа нету, но он у нас все же есть. Мы его заправились, подлили, и еще можем 400 км проехать. Мурские волны. Ю-ху! Впечатляюще, правда? И это только начало? Тоже впечатляющая дорога. Никто ее не взял. Вот это будет хорошее. Мне очень повезло. Осторожно. Часто спите на скамейках? Я прилетел. А какую ты бы хотел иметь зарплату? Зарплату как наемный работник или да как? Пофиг, просто сколько ты бы хотел? Ну, пару тысяч долларов, я думаю, американских. Сколько рублей? 140 тысяч. Да. Ты? Ну да, я, наверное, не меньше 100 тысяч рублей точно. В основном люди все говорят как раз 100 тысяч. Ну я реально подсчитывала, если честно. Все реальные. Представляете, вот насколько... Это, короче, есть такая фишка. Блохи могут прыгать очень высоко, да, знаете? Но если блох поместить в крышку с определенным высотой, они первое время будут прыгать, ударяться об эту крышку. Но следующее поколение уже будут прыгать ниже. Ну, это типа такое исследование. И вот мы для себя поставили определенную вот эту крышку, к сожалению, нашего общества. Это к тому, что вы могли бы сказать бы $1 миллион, но вы все равно сказали реальные, которые знаю, реально дать. Дело не в том, что, может быть, мне кажется, лучше все-таки хотя бы для начала отталкиваться от реальных цифр. Некоторых людей спрашиваешь, а сколько бы ты хотел зарабатывать, и они вообще такие, ну я не знаю, там, они знают, что сейчас им мало, но они никогда даже не считали, не думали, а сколько им надо. И вообще надо ли им деньги, да? Да, и вообще куда они будут тратить. Я знаю, что если бы у меня был миллион, наверное, я много куда бы нашла его потратить и вложить. Я бы на благотворительность бы пустила, и я бы, может, какой-то проект реализовала. Но для обычной жизни, например, как я сейчас есть, когда есть я, там, собака, у меня немного имущества, и я хочу быть мобильной, я бы хотела не меньше 100 тысяч, я точно знаю, куда я их, по крайней мере, потрачу. Вот. Кстати, для начала нашей жизни, скажем, путешествия или просто для работы, нам по факту, ну или просто для хорошей жизни, нам по факту не так уж много. Да, то есть, смотрите, я говорю, что 30 тысяч долларов где-то примерно нам нужно на квартиру, да, там, то есть, ну пусть, скажем, даже, ладно, там, 3 миллиона рублей нам надо на квартиру. Примерно, да, покупку квартиры, да, чтобы вот, знаешь, многим сразу они успокоились. Все, у нас есть квартира, все, мы спокойны, да. Ну то есть, да, у многих потом, людей это же полжизни занимает. Да, да, да. Потом следующая машина, то есть как минимум миллион на машину, скажем, еще, да. То есть, ну так маломальски, то есть берем не жирно. Но обустройка квартиры это еще где-то минимум миллион, полтора, да. А еще, скорее всего, может тачка. Суть того, что мы приближаемся к цифре где-то около 100 тысяч долларов. То есть, если сказать, что хочется еще хорошую квартиру, машину, даже может две, то мы приближаемся, скорее всего, к цифре 300 тысяч долларов. И все. Ну да. А все остальное, все, что ты будешь зарабатывать, это будешь чисто для того, чтобы обновлять там свои вещи, там еще что-то. То есть, по факту, не так много надо денег, как многие считают. Каждый проводит время с пользой во время движения. Да, мы приехали в одно место, здесь раньше когда-то было кафе. И сами знаете, что в путешествиях многие могли погибать и погибают. И здесь была совершена трагедия или совершено убийство одного мотоциклиста, который ехал в Владивосток. И мы сейчас подойдем к его памяти. Вот здесь его убили. Алексей Барсуков. Он остановился здесь на ночь, поставил палатку. Я помню, читал это в журнале «Мото». Могу не до конца уже, конечно, давно читал. И суть того, что что-то там были местные, его пригласили за стол, он отказался пить. Потом один типа якобы заревновал к другой там какой-то барышне.
И в итоге его жестоко зарезали, закидали колесами, спалили его тело. И милиция не хотела изучать, проверять, то есть начали, подняли панику. В итоге местные байкеры ездили, искали и нашли его как-то труп. И уже после этого были осуждены эти люди, убийцы. Ого, с ума сойти. Вот так что такое дело. И это одно из таких священных мест, куда не обязательно приезжают все мотоциклисты, оставляют какую-то дань вот человеку, который здесь погиб. К сожалению, вот такие бывают уроды. Так что это вот памятник всем погибшим в пути путешественникам. Сделал небольшую дань. Термос и бобер всегда со мной. А то начнут потом говорить, это реклама, реклама. Да ни хрена не реклама, просто я этим пользуюсь. Приехали в какую-то жопу мира, друзья. Ищем заправку газовую. И стоит поезд. Вау. Класс. О, заправочка. Блин, деревня так деревня. Нам сказали, газа здесь нет. Заправляемся бензом. Мы в городе Сковородино. Заправили полный бак. Возможно, что здесь еще есть газ. Мы тоже его попробуем поискать. Сейчас идем в какой-то супермаркет. Ну, здесь есть даже асфальт. Почему даже? Потому что в город, чтобы въехать, ты едешь не по асфальту. Уехали из города, и у нас загорелась лампочка давления колеса. Непонятно. Если что, придется менять колесо. Запаска у нас есть. Нашли хостел. Ребятам сделали скидку. Нам так повезло. Повезло вам. Если бы не Макс, а красноречивый. Повезло, что повезло, есть Макс. Да, я вообще даже имела в виду. Максим все-таки продавил. Продавил. 700, мы 1200. Я считаю, что неплохо. Так что. Вот. Мы ночуем вот такой гостинице. Уют. Это типа хостела, и нам еще 600 километров ехать, поэтому просто решили, какой смысл валить, чтобы потом где-то или спать, поэтому вот так вот, друзья. Так что монтаж видео, отдыхать, и всем пока. Доброе утро, друзья. Вот такой вот автобус. Вон у нас Собакин, это собаки. Соня, поговори что-нибудь, скажи что-нибудь на камеру. Все, встаем. А тут сразу у нас столовая. Что-то я понимаю. Смотрите, какая влажность. Жесть, да? А мы поехали дальше. Прекрасная дорога. А все говорили, для Владивостока уже асфальт лежит. Ну не, он практически лежит, да? Федеральная трасса. Смотрите, кого мы встретили. Представьте, как зовут. Костя. Люка, Свердловск. Так, Тюмень. Тюмень и Свердловск, да? Да. И смотрите, на чем они едут. Это очень забавно. Свердловск, Владивосток. Сколько получается километров? Эта флейта уже улетела или она на запас? Она обученная. На всякий случай. Слушай, ну на двухтакнике же, да, получается? Сразу пахнет так прикольно. Если масло течет, значит оно есть, это уже хорошо. Ну и как, сложно двигаться? Да? Круто. Не ломаются? Они еще нас не ломаем. Вот так вот. Ну а что там, постоянно работает и никаких проблем нет? Ну что, обычная техника. Ну фиг его знает. Одной ногой в юность. А почему выбрали именно одноцилиндровые планеты, а не, например, тот же самый Юпитер? Или все же Юпитер более ломающийся аппарат? Ну, более ломающийся.
занимающийся, да, все-таки в детстве, в юности, угу. Планетка была. Ну, на Европу с ним лучше не ехать, в Европу. Не побрезгуют нас в гости пустить. Слушай, прикольно, еще даже позднее-раннее зажигание еще есть. Класс. Тут все, сейчас ключ найду и запустим еще даже. Давай, круто. Так, от винта. Давай. Вау. Это реально как в детстве, в молодости. О, еще раз приспустил. Ребят, я решил вас немножко подержать вот такими небольшими сувенирами. Смотрю, вон чашка свободная. Это вот тебе термокружка. Человечище. Вот вам это такой стикер, это чтобы не забывали поддержки. А тебе от нас грязный байкерский привет. Отлично, супер, а, приятно. Так что, супер. Это совместно от такси Максима и меня. Вот вам будет, чтобы хоть согревало где-то, если может что-то будет... Холодно, погрейтесь. Мы где-нибудь на границе с Южной Кореей, сегодня приедем до конца нашего мотопробега. Россия на русских, и обязательно. Супер. А где, кстати, можно за вами следить? Есть что-то такое, хоть какой-то маленький пост? На YouTube. Угу. Ну как? Чуть-чуть там. Как звать, как находить именно в YouTube? Есть в Инстаграме только метро-мото и метро, там нижние подчеркивания, метро-мото. Угу. А в YouTube там просто дневник путешествия на Иж планете 5, угу. Ничего сверхъестественного. А ВКонтакте, ну это долго говорить. Там уже, там это долго. Окей, я найду, тогда кину ссылку. Ну отлично, тогда удачи. Остановились на небольшой парковке. Вроде все красиво, но немножко срача. Мне очень интересно, что вот там это, типа болото или что это. Пойдем хоть прогуляемся. Да, наши люди тоже засранцы. Мусор, колеса какие-то, даже матрас вон лежит. Да, вот так и останавливаюсь в диких местах. Слушайте, с собакой это классно путешествовать, скажу вам честно. Пошли посмотрим. Что это за ягода? Молодец. Вот это я понимаю, природа. Только мы, сука, засранцы. Даже до сюда дошли. Благовещенск, друзья, мы добрались, иху, вы довольны? Да. Да, наконец-то довольны. На одной тачке 1500 километров, йоу, и проехали. Круто же. Да. 2300 уже даже? Ну, с Ну да, вообще супер. Круто. Сейчас поедем посмотрим Китай, а потом уже будем смотреть Благовещенск. Точнее как, посмотрим на Китай со стороны Благовещенска. Первое впечатление Благовещенска, скажу, город прямо такой супер интересный. Есть камеры видеонаблюдения, трубы, они такие сгибаются красиво, пробки, чтобы такого еще писать интересно. Ну, бензин не дешевый, дождь, пасмурное небо, да. Ну, тачки, кстати, тачки в основном все же уже точно прямо чуть ли не каждая праворукая. Вон праворукая. Поэтому чуть ли не каждая еще праворукая. То есть уже статистика хорошая такая.
Ну, труба красивая, как в Чите, кстати, чем-то напоминает. Не пострижена, к слову. Ну, вот общее впечатление сразу, которое... Вы что-то добавить? Россия, то матушка. Все то же самое, да. Россия, матушка. Пахнет здесь Дальним Востоком прямо. Да, смотрите, это Россия, Россия, матушка. А вон те дома, это китайские дома, к слову. Вот тут такая Россия, матушка, матушка. А вон Китай, 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 Китай. Да, вот кажется, друзья, вот кажется... Вы просто, может быть, не оцениваете, потому что внешний вид здесь, который просто вот мы сейчас проехали чуть-чуть по этому городу, и тут небоскребище, просто по сравнению, что в Благовещенске небоскребище. Это Китай, сука! Вау! Чтобы не забывали мы, где мы. Тут такой забор прекрасный. Вот китайцы, представляешь, он купил себе... квартиру с видом на Россию, чтобы вот видеть такую печальку. Это ж смотри, это ж военный какой-то. Да-да-да, Дима. Там у них нет военных, а у нас обороняем. Пустошь нашу. Друзья, чтобы вы понимали, река поднялась на 10 метров. И это все пляжная зона, где должны были люди купаться. Это спасательная вышка. Вот такое тоже здесь бывает. Ну, а мы идем дальше. Машину не мыть, собак не гулять, да и не мусорить. Я вам скажу, что это будет трудно сделать здесь. Вот здесь хоть нормальный, красивый вид России. Друзья, мы живем с вами по-богатому. Добро пожаловать. Вася! Я. А? Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Вот с таким видом. Ну да. Ну ладно. Вот с таким видом. Кто молодец? Я молодец. Что у нас еще имеется тут? Ну, маленький, но все равно плохо. Видео доделали. Можно ложиться спать. Всем пока.